как вас поймали? Оказалось, что на холодильнике была установлена сигнализация. Ну, вы знаете, едоеды, они же ловят едоков. Ну да, они... Говорят, у вас еще два баклажана нашли. Вы хотели попробовать что-то новое, да? Кто вам посоветовал и как вы нашли фермера? А вы знаете, фермера мне посоветовал один мой, друг, который в то время сидел на огурцах. Причем огурцы он никогда не варил, прямо живьем их употреблял. Ого, я слышал, на живых огурцах люди долго не живут. Ну, вы видели фотографии до огурцов и после? Человек просто сгорел.